у нас обзор крестовых замков и инструмента к ним. Значит, ну, это обычный сверт. Он просто вставляется и ломает, в принципе, любой замок. Ну, это на тот случай, если не получилось открыть вчистую. Это импрессионный ключ, работает с фольгой. Ну, вот здесь замки, вот фирма Apex, фирма Fuaro, есть другие еще китайские, открываются все хорошо. Фирма Кале открывается плохо, поэтому на нее обычно или сверт, или прочес, но импрессия работает на Кале не очень хорошо. Значит, вот это сам ключ. Сейчас я покажу, как правильно фольгу накладывать. Режется полоска примерно 1.5 сантиметра. На ключе три рабочие стороны. И тут важно ровненько наклеить. Фольгу. Чтобы каждая высота осталась ровная. Вот так вот хорошо приглаживаем, чтобы вот эта линия оставалась не замятой, чтобы секреты держали высоту. То есть вот так по кругу, лишнее можно просто отрезать. Вот такой получился ключ. Очень важно, чтобы они были ровны. Поэтому лучше медленно, аккуратно. К нему можно прикручивать ручку. Она будет идти в комплекте. Она не обязательно, но с ней удобнее нагружать. Замок обычно, если он стоит в правильном положении, вот этот упор толстый вставляется вверх. На ключе вот эти две ямки, они показывают, что вот этой стороной вверх. Так вставляем и так вытаскиваем. Вставляем аккуратно, немножко пошатывая, чтобы не сорвало фольгу. И давим не очень сильно, потому что если очень сильно, вы просто скрутите ключ. Ну, примерно как обычная импрессия. Немного долго, ну, открытие занимает по-разному. В каком-то замке это будет быстро, в каком-то это будет долго. То есть ключ работает, пока он там вставленный. Чтобы вытянуть, вот этими ребрами вверх,
Точно так же и вытаскиваем. Вот. Если фольга не сорвалась, то она еще будет работать какое-то время как ключ. В комплекте идет ключ, ручка и фольга. А, и вот такая вот линейка для заглаживания. Цена на этот инструмент будет на сайте, ссылки, телефоны, все будет на видео. Пока.